Бывший пиарщик губернатора Алтайского края стал медиа-начальником в Краевом законодательном собрании. В ЭКЗС подвели итоги конкурсов на замещение должностей работников информационно-аналитического управления. Соответствующие документы опубликованы на сайте ЗАГС Собрания. Комиссия приняла решение отдать вакантную должность бывшему начальнику департамента правительства края по информационной политике Андрею Липунову. Напомним, место Липунова занял бывший главный редактор сибирской медиагруппы Дмитрий Негреев. Должность начальника отдела пресс-службы возглавил консультант отдела Дмитрий Черских.